В Якутию пришел новый спутниковый оператор НТВ+. С этого года компания получила право на вещание с использованием спутника «Экспресс АТ-2», зона покрытия которого охватывает всю территорию Дальневосточного федерального округа. О том, чем выгодно новое предложение для якутян, узнала наш корреспондент Яра Филиппова. Несмотря на стремительную поступь кабельного интернет-телевидения, спутниковое ТВ остается самым доступным способом доставки сигнала до потребителя, особенно в сельской местности и там, куда оптоволокно придет не скоро. В любом месте, в любом улусе, где бы человек ни находился, главное, чтобы было электричество. Если нет электричества, значит дизель-генератор. Он может очень спокойно, очень хорошо поставить спутниковое телевидение НТВ+, причем на очень хорошую тарелку, небольшого диаметра, 60 сантиметров. И качество картинки, качество каналов будет просто изумительным. Помимо качественной картинки, преимуществом НТВ+ является интерактивность. А в перечень более 130 телеканалов включены и региональные, в том числе и НВК «Саха». С руководством НВК «Саха» обсуждаем летом запуск еще одного телеканала. Это телеканал «Мама» спортивного контента. Ценовая политика компании более чем демократичная. По тарифу экономный пакет будет стоить 50 рублей, а базовый обойдется в 100 рублей в месяц. Вообще на рынке, когда один оператор, это очень всегда плохо. Монополия – это очень плохо. Нужна антимонополия. Будут и цены регулироваться по-нормальному. Приход НТВ+ в Якутию вызвал большой интерес у потенциальных партнеров. Вещание в тестовом режиме уже началось. Подключение абонентов станет возможно уже с апреля. Туяра Филиппова, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск.